мама обязательно обратит на меня внимание. Я уже готова взять свой телефон и снимать видео в ТикТок. Мама, идет. Мама, я тебя включить. Ну, давай вместе хоть один раз сфоткаемся, засранка. Я тебе не дам телефон, потому что ты все время... Все. Ну почему? На неделю. На какую неделю, мам? Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, вы на моем канале. И сейчас я снимаю очень интересное видео, пранк. Поэтому не переключайся. И, кстати, подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Видео у меня выходит каждый день в 15:00. Будние дни и в 9 утра выходные. Поэтому каждый день смотри мои видео. У меня очень интересное и позитивное видео. И я очень люблю снимать пранки. И, кстати, сейчас как раз я буду его снимать. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Я подписана вот так вот. И ссылочка будет в описании. Я всех жду в мою дружную семью в инстаграм. Я думаю, некоторые знают, некоторые не знают. Недавно мама и папа сделали надо мной пранк и целый день повторяли за мной все, что я говорю. Ну блин. Идем за мороженым. Я сейчас пузо дам. И целый день они меня дразнили, кривляли и повторяли мои слова. Это было, конечно, смешно, весело, но если это целый день, это не сильно прикольно. Если вы не видели еще этого видео, то кликайте вот сюда, смотрите его и дальше заходите на это видео. В общем, я решила сделать пранк-ответочку, и я думаю, как и во всех семьях, мне не разрешают долго играть в телефоне. Это портит зрение, это все там ухудшает, в общем, нельзя играть много на телефоне. И поэтому я решила сделать 24 часа челлендж с телефоном. И мне очень интересно, что мне будет говорить мама, потому что мама вообще больше как часа в день не разрешает играть в телефоне, а тут 24 часа. И возникает такой вопрос, смогу ли я вообще продержаться в телефоне 24 часа? Конечно, не все это время я буду в телефоне, может там буду кушать, ну, пить, понятное дело. Иногда, может, буду в компьютере сидеть и делать уроки. В общем, насколько хватит мамы, 24 часа я буду с гаджетом. И я уже приготовила свой телефон. 100% зарядочки, все как надо, все суперово. Ребята, только что мы пришли с океана, сейчас на пляже очень-очень жарко, поэтому мы приходим где-то часа в 2 домой, и 2 часа, а то и больше, мы делаем уроки, поэтому сейчас самое крутое время. Мама обязательно обратит на меня внимание, я уже готова взять свой телефон и снимать видео в ТикТок. Давайте я где-нибудь поставлю камеру и буду снимать, тут есть такое классное место в кафешке. Это кафешка возле нашего отеля, там комнатки. Кстати, у нас здесь очень много обезьян, и это так классно, просто это очень классно. А еще очень много бурундуков, и они даже в кафешках лазят. Лиза, я не поняла, а что ты там сидишь вообще? А что ты тут сидишь? Все занимаются, давай занимаемся. Ну сейчас, 3 минуты. Лиза, я не поняла, в чем проблема? Ты вообще за компьютером, а не за телефоном займешь? Лиза, в чем дело? Да. Хорошо. Лиза, убери телефон. Чего? Ничего, а заниматься. Сейчас все занимаются. Да, хорошо, 2 минуты. Нет, Лиза, сейчас. Лиз, ну что, сколько можешь? Лиза. Меня слышишь? Мама, ты иди, я селфи делаю. Че, вообще уже обалдела отойти? Лиза, какой отойти? Лиза. Мам. Я тебе не дам фотографии делать. Ну давай вместе хоть один раз сфоткаемся, засранка. Лизочка, все, хватит. Ну да, я же нормально сфоткаю. Не, Лиза, хватит. Нормально. Я же сказала, я тебе не дам сделать фотографии, пожалуйста. Ну 2 нормальных фотки можно сделать. Хорошо, 2 нормальных фотографии, все. Мам. Да. Если ты не будешь мне мешать, то я быстрее сделаю фото. Я не буду тебе мешать. Лиза, заниматься. Мам. Я считаю до 3. Ты сидишь за столом. Таня, давай, идем. Мама не начинает до 3 считать. Вода. В общем, я продолжаю сидеть в телефоне. Лиза, я считаю до 3, я тебе сказала. Ну, считай. 1, 2,
Все, я здесь. В общем, я скоро возьму опять телефон. Санечка, дивися. 2, додати 5, буде 7. 5, додати 2, дорівнює 7. 7, підняти 2, дорівнює 5. 7, підняти 5, дорівнює 2. А чого ти за мною? Не, ну ты нормально вообще? Ты села за мое рабочее место и сидишь в телефоне. Да, сейчас, 3 секунды. Я какие пишу. 3 секунды? Так, во-первых, встал. Дай сюда тебе. Встал. Быстро. Встала. Встала. Взяла стульчик, села рядышком. Не занимаешься уроками. Бля, ты вообще уже. А если бы я упала? Упала бы ничего. Лида, ты занимаешься? Угу. Чем ты занимаешься? Да фотки делаю. Какие фотки, Лиза? Мы же с тобой договорились. У меня не вышло ни одной нормальной фотки. Мне же это не должно волновать, что у тебя вышло, что нет. Мы же договорились, две нормальные фотки и все. Не, Лиза, так не пойдет. Положи телефон. Почему? Потому что я тебе сказала, положи телефон. Да, да. Да, я читаю. Лиза, да сколько ты будешь в телефоне? Ну, елки-палки. Дети уже все поделали, уже все задания, уже сейчас еду принесут. Ты до сих пор в телефоне? Да, сейчас. Не, ну ты достала, реально. Лиза, убери телефон. Да, сейчас, пожалуйста. Сейчас твой телефон будет с карпами плавать. Тут ракуш, такое хорошее освещение. Подожди. Один. Два. Лиза, три. На самом деле экран не лучше. Не, ну, Лиза, ты нормально вообще? Лиза, сколько можно? Сколько можно? Убери телефон. Ведь она с телефоном сидит. Ты что, не видишь? Что? Я делаю геометрию. А телефон? Что телефон? Я смотрела, нет ли на нем царапин. Я даже не включала его, мам. Лиза, я тебя вообще не понимаю. Ты геометрию делаешь? Ну, геометрия, а что еще? А чем ты телефон брала? Посмотреть, есть ли там трещины, потому что... Вот такие вот приколы мне очень-очень нравятся. Мамку дразнишь, да? Да. Вы же меня дразнили целый день. Ты тоже когда-нибудь? Да ладно. Лиза, что? Мы еще ж не завтракали. Ты мама. Что? Завтрак еще не принесли. Лизочка, пожалуйста, за стол. Лиза, пожалуйста, за стол. Я тебя мам, учу. Пожалуйста, ну, Лиза, недолго. Нет, мне недолго. А сейчас встала и пошла за стол. А, ёпт, какой какой мам. В общем, мама забрала телефон. Я хочу сейчас еще попробовать что-то сделать. Стой, там... Ладно, Лиза. Положи телефон. Угу. Да, сейчас буквально. Телефон положи. Ребята продолжают троллить маму и папу. Мам, я уже покушала. Дай мне, пожалуйста, телефон. Лизочка, я тебе не дам телефон. Почему? Потому что ты уже покушала. Покушала, ложка, сейчас будем уходить. Ну, мам, мне что? Ложка, ну, мне там надо сфоткаться. Четко. Тут пальма красивая. Ничего, потерпишь. Ну, мам, пожалуйста. Я тебе не дам сейчас телефон. Окей, значит, я сама найду. Мам, что? Где мой телефон? А, я вспомнила, дома его. Ну, блин. Оставили. Ты же просила брать. Да, ты просила брать, а я просила не брать. Сколько ладно. Раз я просила не брать? Не знаю. В общем, ребят, сейчас мы идем с пляжа, и я, как всегда, попрошу мамы свой телефон. И, блин, это будет прикольно. А можно телефон, пожалуйста? Нет. Почему? Что, я должна найти тебе его в телефон? Не, ну, смотри, ну он же у тебя в комнате, можешь дать его? Он у меня, но я тебе не дам телефон. Почему? Знаешь, почему он у меня в комнате? Почему? Я тебе не дам телефон, потому что ты все время... Все. Ну почему? На неделю. На какую неделю, потому мам? Ты меня не слушаешь. Ну. Я тебя просила, убери телефон. Да. Давай сюда игрушки, мы здесь их не ставим. Я тебя просила, пожалуйста, Лиза, убери телефон, делай уроки. Лиза, то, Лиза, это, Лиза. Ну, мам, ну это было несколько раз.
Пожалуйста, мне нужен телефон. Здесь офигенное место. Я хочу пофоткаться здесь, поснимать в ТикТоке. Ты меня просишь телефон, чтобы я опять ходила гавкала на тебя? Нет. Ну, мам, я буду с первого раза. Ладно. С первого раза не получится. С десятого не получилось, но с первого не получится. Поэтому, пожалуйста, Лидочка. До телефона неделю забудь. Хорошо. Я не знаю. Вот и замечательно. Значит, через неделю от числа не знаю. Ты меня слышишь? Да. Значит, через неделю от числа не знаю, я тебе отдам телефон. Ребята, короче, пранк офигенный просто. Мама не будет мне давать неделю телефон. И, блин, почему? Как раз впереди самые интересные экскурсии с самыми офигенными местами, где можно очень круто пофоткаться, а у меня не будет телефона. Вообще класс. Неделю у меня в Инстаграме не будет. Хотя, я думаю, можно как-нибудь ночью взять телефон и посмотреть, посидеть в Инстаграме. Это было жестко, потому что я всего лишь прикалывалась, а мама забрала телефон. Как-то обидно. В общем, я надеюсь, вам понравился этот пранк. Мне не очень. Я думаю, вы понимаете, почему. А с вами была я, Лиза. Не забывайте подписываться на мой Инстаграм. Я подписана вот так вот. Ссылочка будет в описании. Вы обязательно пишите в комментариях, какой пранк мне снять. Потому что мне это не особо нравится, то, что мама забрала телефон. Поэтому я хочу как-нибудь немного отомстить. Как думаете? Пишите в комментариях. А с вами была я, Лиза. Всех люблю.